есть какой-то байтовый заголовок, байтовое начало, типа, мои друзья были в шоке, они увидели меня, и у них случился сердечный приступ, потому что они этого не ожидали. И да, я рассчитывала на такой исход. Но знаете, что произошло? Знаете, что произошло? Да все в таком шоке были от того, что я сделала, что реакции не было. Вот единственные друзья, которые у меня остались. Здравствуйте, как вам мои волосы? Боже, это что, получается настолько плохо? Я сейчас буду плакать. Здравствуйте, дорогие друзья. Я только что проснулась, у меня появилась очень интересная мысль. Ну, во-первых, у меня очень много вопросов, почему я не смыла вчера макияж или легла спать так, но это уже совершенно другая история. Вторая моя мысль. Я должна поехать и покраситься, потому что мне надоели эти волосы. Теперь у меня появилась вообще какая-то новая долбанутая идея. Что вообще вчера такого произошло, что я забыла отмыть свой макияж? Не, я понимаю, конечно, что я была в салоне и делала проверку, мне сделали какой-то лютый макияж, который просто не отмывался, но тем не менее, что помешало мне довести дело до конца? Это, конечно... Просто жесть, потому что расковыряла прыщи, не смыла макияж, я просто смотрю, что я развиваюсь и расту, я молодец. Появилась какая-то странная жажда перемен, хочется менять буквально все в своей жизни. Вчера у меня вылезли на глазах ресницы нарощенными, и я буквально пока лежала и смотрела сериальчик, снимала их руками, вот так, ресницы за ресницей. Мои глаза болят, чувствую им не до смеха. Ну потому что глаза не смеются. Интересно, что в итоге получится. Я пока ехала, придумала просто какую-то максимально странную идею. О, меня идут встречать. Все, пойдемте, короче, чем мы будем шить. Зачем мне чемодан? Я потом к друзьям на хату еду. Короче, волосы у меня выглядят сейчас так. Они уже, короче, они уже белее, чем были, но я хочу... Придумала вообще лютую дичь, но спойлерить не буду, до конца смотрю. Мы были с этими волосами недолго. Попрощаемся. А тот белый цвет, который у меня был вот на том окрашивании красно-белым, типа его невозможно, да, получить? Или да, это волосы сразу умрут? Мы стремимся, да. Качество волос хорошее, поэтому мы к нему стремимся. Ну, хорошее в смысле, ну, они на месте. Девочка хорошо меня на туалете просто покрасила. На туалете? Да, она приезжала ко мне на стройку и красила меня на туалете в этот цвет. Буквально, пока у меня дома был флекс. А она сидела на туалете, потому что у нас не было стульев, у нас ничего не было, и красила меня. То есть вы дома красились, да? Смотрите, прям синим красит. Интересно, есть хотя бы один человек, который поймет вообще, который догадается, какой будет цвет в итоге, до того, как вы увидите результат? Мне кажется, что нет. Тут уж шансов нет, потому что это какая-то раковина. Раковина не потому, что раковина. Там был кусок волос, который отвалился, но не то, чтобы это была проблема. Это не проблема. Вот, да, вот кусок отвалился. Но меня предупредили, но мне пофиг. Короче, когда ты мне пряди делал красно-белые, меня все, кто в жизни меня видел, все спрашивали, а у тебя на самом деле эти пряди белые или ты фотошопишь? Так это нет, реально белые. И когда мы виделись, они реально были в шоке, потому что там была буквально белая прядь, ну вот как белый лист. И все такие, так это реально белый. Я такая, ну белый. И они такие, белый? Ну, как бы, да. Белый. Вот, и, короче, что там за прикол еще был потом? А я забыла. В один момент, почему, собственно, я отказалась от окрашивания шотов за руки, когда я мыла волосы, у меня реально там, если даже микрокапля вот этого красного попадает сюда, все, это волосы сразу красят в розовый, и в один момент у меня реально были розовые пятна, и я так думаю, я не понимаю, что с этим делать, потому что розовые пятна на моей белой прекрасной чистой снежной пряди. Ну, я такая, у меня же есть акриловые краски. Серьезно? Да, я просто взяла акриловые краски, которые я делала кастом одежды. О, ужас. Сюда. Какая жесть, как ты ее смывала потом? Слушай, она легко смылась на самом деле, но это розовое пятно, да, она перекрылась, и я пошла гулять. Нормально. Зачем ходить к стилисту? Можно акриловыми красками корешочки подкрасить. Очень нормально было, правда. Девочки, не повторяйте этого дома, пожалуйста. Раньше, почему я стала делать наращивание, мне все писали, что у меня ужасные тонкие, вообще вонючие волосы без объема. Я такая делала, короче, для объема, а не для длины. А сейчас мы сняли, и нормально, волос много, вон даже не хватает. Пришлось новую порцию делать.
тут нанесли. Делаем творог на все лицо. Ну что, сидим, ждем. Под голубой цвет, как вам видите, цвет небес, цвет рая. А потом мастер, Слава вставить по вкусу, понял, что ничего не понял и решил на всякий случай уточнить. Какой хренью еще никто не обращался. Плюс-минус прямой пробор. Какой-то угол зададим вот здесь вот, да? Не, я прям хочу, чтобы они были прямые, такие дурацкие рваные. Как будто это просто забыли отстричь. Привет. Зачем делать красиво? Мы сделаем так, как будто забыли отстричь просто этот кусок. Если мы с тобой делаем вот так вот. Да. То, чтобы где-то вот пряди, которые не передние, были посередину шеи. Вот так вот. И оконтые кончики будут у нас примерно вот так вот выглядеть. Если мы сделаем просто вот так вот, да, прямо, оно разобьется на разные пиксели. Первый этап нашего голубого готов. Блин. Второй этап. Я банан, сладкий. Я банан, и зовут меня банан. Должен получиться немножко другой цвет. Нанесли жидкость на волосы. Вы теперь даже не представляете, что с ними произойдет, потому что я тоже не представляю. Сейчас, наконец-то, шаг 3. Будем резать, сушить. Короче, много чего будет, просто делаю. Пока вам может показаться, что ничего интересного не происходит, но смысл будет дальше. Пряди полюбас оставляем, мертвые оставляем, вот по эту штуку. Я бы вел все к этой линии. А может, вот, все-таки вот короче? Так. Давай так, сделаем. Так, мы точно так не делали. Я сошла с ума, я в курсе, да. Сейчас мои волосы вот такой длины, а я хочу, чтобы они были вот такой, вот, типа вот так. Ты предлагаешь мне? Да, я предлагаю. Отстричь у тебя? Да. Вот так? Ну да. Да? Ну да. Я вообще за. Ну то есть, ну, легко. Да. Главное, чтобы ты понимала, что сколько мы режем. Да, и может вообще мы сейчас это отрежем, скажу, давай еще короче. Мы же сможем, да, еще отрежем короче. Вообще не проблема. Все, понимаем. Ребят, я боюсь, если что, не бейте меня, хорошо. Просто мои волосы сейчас выглядят вот так. То есть, да, это реально самые короткие волосы за всю мою жизнь. Будет. И хорошо контрастирует с этими соплями. Отличные сопли, я люблю сопли. Ребят, я не знаю, я, понимаете, это реально мои волосы. Это там не нарощенка, это не парик, это, блин. Просто, да, я подумала, решила, что все, хватит всех этих длинных волос, всех этих чекуль и ресничек. Вот. Крест, бан. Вообще, на самом деле, я уже очень давно хотела такую длину. Это я, на самом деле, говорю, просто чтобы не палить волосы. Так вот, у меня есть даже пруф. Смотрите, есть пруф, потому что если пруфа нет, то это ложь. А пруф есть, но решилась я только сейчас. А потом у меня появилось вот это. И здесь пруфа уже нет. Но я тоже очень давно хотела сделать это. Смотрите же. В принципе, я предвижу, что будет много комментариев в уровне: фу, зачем ты все сделала, ты себя испортила, но камон, если мне вдруг надоест, я себе снова наращу волосы и снова сниму об этом видео. Так что продолжаем. Еще много работы, это не все. Это были когда-то мои волосы, но теперь они не волосы. Это тебе на корни. Это что за яйцо с желтком? Непонятно, да? Да. Ну, а теперь мы берем черный цвет. Черный. Crazy color. Потому что это crazy. Тебе спина не видно, жалко. Ага. Если ты секс-бомба, то я сапёр. Если это шоу-шоу. Если вы не понимаете, что я задумала, то я хотела сделать короткие волосы, но оставить прядь у лица. И на каре, которые оттяпали, сделать ровную горизонтальную черную полосу. Зачем, никто не знает, но я такого нигде не видела, и мне кажется, выглядит странно и странно. При этом волосы сделать серо-белыми, так что у нас тут работа вовсю идет. Смотрите, они там уже вообще прям почти черно-серые стали. Такой вот контент. Я человек-паук, потому что сзади меня паук. Вот. Я Ян Крик. Да, это контент, который мы все заслужили. Все, финальный результат. Сейчас вы увидите. Все гораздо сложнее, чем вам кажется. Просто смотрите.
Надо заметить, я впервые ставлю на кон свою жизнь. А вы рискуете своими жизнями постоянно. Но я уверен, что справедливость победит. На самом деле, я безумно счастлива, что я это сделала. А знаете почему? Вообще, я очень давно думала, что хочу сделать что-то такое, но меня очень сильно перспектива будущего пугала. Типа, это когда ты загоняешься, ничего еще не произошло, но ты себе уже надраматизировала. Ой, а вот я сделаю короткие волосы, а потом они мне никогда не отрастут, понимаете? Ой, я сделаю короткие волосы и перестану нравиться людям, понимаете? Ой, я сделаю короткие волосы, подписчики не оценят меня в комментариях, понимаете? И вот все эти вещи очень сильно меня нагнетали. Но нет, теперь у меня есть вот это. Люди в полном шоке, настолько, что просто молчат. Здесь могла бы быть реакция моих друзей на вот это мракобесие, но ее не будет, потому что они были...